для приготовления венского кофе нам понадобится 250 стакан, 20-25 мл любого сиропа, ваниль, карамель, орех, шоколад. Варим порцию эспрессо. Добавляем больше половины стакана кипятка. Тщательно встряхиваем сливки и выкладываем на стакан. Предварительно выкладываем фундамент, приклеиваем взбитые сливки к стакану, вращая медленно стакан. Потом верхний слой, чуть больше. И по кругу, чтобы получилась горка аккуратненькая. Посыпаем по желанию корицей. И выдаем с ложечкой. Напиток горячий, так что сливки будут потихоньку опускаться вниз.